Всем здорова, на связи Lilfire. Сегодня в этом видеоролике у нас будет новый видеоролик на сервере Real World, а именно я буду проходить первый этап квестов у Джамшута на проекте Real World на Мегагрифе. Перед началом просмотра данного видеоролика я хотел вас попросить поставить лайкосик, а также подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и написать комментарий после просмотра ролика, какие задания вам кажутся сложными, какие нет и так далее. Ну а я вас не смею задерживать, мы приступаем к прокачке. Если всегда хотел попасть в клан ютубера, то это твой шанс. У меня сейчас идет активный набор в мой клан на Real World, а именно на Мега Гриф. Поэтому переходи по ссылочке в описании в мой Discord сервер. Здесь есть раздел заявка клан на Real World. И ты, собственно, смотришь. Вот тут у нас есть заявки. Смотришь закрепик вот тут. И вот тут копируешь, отвечаешь на вопросы, и ты уже в клане. Также здесь еще есть заявки на другие роли. Тут ты можешь пообщаться с пацанами, ну и не только пацанами, просто ребятами. И также тут можешь подобрать себе ресурс-паки, сборки, ну и другие прикольные штучки. Ждать, кликай по ссылочке в описании и залетай в наш Discord-сервер. Уже раздобыл картошку, и теперь показываю, как ее размножить. Мы заходим в шоп. Это самый быстрый способ. Мы заходим в шоп, все для грифа. И покупаем шар огородника. Далее его слаживаем сюда вот. И берем березовые доски. Точнее, ну да, березовые доски. И также железо. Мы переделываем это. Точнее, сначала мы делаем, да, сделать палки. Вот. А теперь надо сделать мотыгу. Где мотыга? Вот, имбово. Так. Мы делаем так вот. Потом надо найти. Еще берем железо. Главное, чтобы нас не взяли наших мотков. Ой. Забейте. Так, и теперь идем, собственно, до, вот, у нас тут есть, так сказать, вода, мы ее берем и тапимся на холм. После этого берем лопату, надо, вот тут вот где-то, ну, ровно тех, более-менее вот тут вот есть. Вот так вот мы делаем, типа, небольшое озеро, заливаем воду, еще вот так вот расширяем, типа, тоже заливаем, чтобы как можно больше. И теперь берем мы после этого мотыгу, она у нас вот тут в сундучке. И спахиваем это все. Вот так вот мы это делаем. По красоте, аккуратненько. И нам надо как можно больше это сделать. И вот так вот мы все делаем. Потом, после этого, мы берем картофан. Вот. И садим его. Вот так вот это делается у нас. Все у нас быстренько сейчас вырастет. Это из-за... Понял, не заберется. Ой, что я сделал? Извиняюсь. Так, мы берем теперь мотыгу. И вот тут тоже вот так вот делаем. И все, садим. После этого мы берем сейчас... Уже, кстати, третий левел. Ладно. Так, берем шар огородника. Понятно, никого нету. И вот так вот приседаем. Все, картошечка у нас выросла. Теперь мы этот шар огородника убираем. И просто собираем картофан. И так, мы вот так вот будем фармить. И у меня уже есть 54 картошки. Теперь мы ее опять садим. Это у нас все вот так вот делается быстренько. Это тут у нас, конечно, не садится, но окей. Тут надо вообще желательно свет делать, но тут берется, сейчас вообще не до этого. Хочу как можно быстрее сделать квесты, хочу посмотреть первую награду. Короче, хочу все сделать по красоте, поэтому... Все, теперь дальше берем опять шарогродника. Я его буду вот так вот брать, конечно, его можно вообще в инвентаре держать. Но я чисто боюсь, что меня его могут сейчас, типа, забрать. И вот так вот собираем картошку. Это все делаем оперативненько. Все, у нас уже есть стак картошки. Ну, типа, спокойно, реально. И после этого мы пишем квест. И создаем ему 64 картошки. Смотрим второй квест. Это у нас... вам нужно принести 128 морковки. Морковный суп. Ну, я думаю, это будет примерно по тому же принципу. Единственное, надо сделать побольше немного территории. И сейчас будем тогда это все делать. Все будем пахать. Главное, надо раздобыть сейчас морковь. И то же самое делаем, как и с картошечкой. Вот так вот садим. Это, кстати, очень легко делается. Давайте тут тоже вспашем. Так. Блин, ну, конечно, я не знаю. Там нам хватит вообще места. Надо сделать это все побыстрее. Главное, чтобы никто на мою терру не пришел. Шар огородника. Вот так вот. Приседаем. Просто за одну присядь. Вы понимаете, сколько мы фармим картошки. Ой, морковки. И вот так вот теперь берем, собираем. И это у нас просто уже сейчас выйдет два стака. Спокойно. Очень легко, кстати. Теперь пишем слэш квест и сдаем 2 стака морковки. Третий квест это борщ. Надо сделать 16 свекольного супа. Для этого нам нужна свекла. В общем, на меня тут напали, и сейчас мы будем обороняться. Ну как, я себе чисто свекла тэпнул, окей. Так, не понял. Так, тогда факел, ребят, факел надо сделать. А как делать факел? Я не знаю, ладно, окей, пофиг.
В общем, как это делается? Мы берем семена свеклы и вот так вот их садим. И после этого просто берем и вот так вот у нас все вырастает. Пожалуйста, не подбирайте только. Парня, ну нельзя, чтобы подбирали. Вот, у нас уже, собственно, ну, фармится и семена, и, собственно, сама свекла. Поэтому сейчас вот так вот засаживаем и будем фармить. И как я уже нафармлю, я включу запись. Мел свеклу. И давайте тогда заходим в крафт. Берем миски. Я единственное не помню, как оно крафтится. Ну да, вот так. Я в итоге надо 16 супов. Ну, в общем, крафтим на все. И все. После этого мы пишем слэш ба... Ой, не байер. Слэш квест. И сдаем свекольный суп. Все. Оставшиеся мы убираем и смотрим следующий квест. Я опять не знаю. Ладно. Так. Следующий квест. Это надо принести 32 блока арбуза. Окей. Арбузы. И по идее теперь у нас сейчас будут расти сами блоки. И также нам нужно шелковое касание для того, чтобы их добывать. Поэтому сейчас надо будет где-то раздобыть. Ну и так вот мы будем ждать, пока вот это все засадится. И все. Осталось только ждать. Мы просто налаживаем на топор шелковое касание. Ищем джунгли. И вот здесь вот спавнятся, как мне сказали, арбузы. Сейчас посмотрим. Я нашел уже свой первый арбуз, точнее уже, ну может не первый, но снимаю только первый. Давайте мы его подбираем и слаживаем в Ender Chest. И так вот надо просто ходить, искать арбузики и копать их шелковым касанием. На моей хате еще выросло два арбуза, давайте мы их сейчас соберем вот так вот аккуратненько. И уже тем временем у нас 4 арбуза. На тейбл я переработал в семечки, все это вырастил. И теперь мне остается просто ждать, когда у меня все арбузы, собственно, вырастут. И мы выполним этот квест. Сейчас я встаю просто в АФК под землю. А именно делаем это вот так вот, немного закапываемся. Хотя, блин, знаешь, с такими лагами это немного нереально, но окей. И вот так вот просто стоим, обкашиваем и ожидаем, пока арбузы вырастут. Так надо проставить примерно, ну, минут 20-30. Выросли, и давайте мы их соберем и посмотрим, сколько у нас вышло. Уже, собственно, тогда у нас 3 арбуза, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 арбузов, кстати, очень даже неплохо. В принципе, я думаю, ай, какие 13 даже арбузов. Нифига, это хорошо, прям, это хороший результат. Это уже почти что половина. Хотя у меня еще, да, вот теперь вот у меня 17. Нам осталось тогда еще 15 арбузиков. И, в принципе, мы уже выполним данный квест. И, кстати, хочу подметить то, что этот один... точнее, этот квест очень, прям, очень сложный по сравнению с другими. У нас новая партия арбузов. Мы их собираем. Это у нас, значит, 6 штучек. И плюс еще тут 3. Это у нас 9 штучек. Нам осталось прям совсем чуть-чуть. Тогда мы это все вложим в Ender Chest. Нам осталось 6 арбузов, и мы завершаем данный квест. Ну ж, последние арбузы уже у нас выросли. Все, теперь я все собрал. Давайте мы берем эти арбузики. Поняр никого нет. И сдаем данный квест. Ну и последний квест, это нам надо принести 16 тыков. Сейчас я, собственно, пойду на РТП и буду пытаться их добыть, в общем, найти. И как только я найду какие-то, ну, хотя бы намеки на них или тыквы, то тогда включу запись. Тыквы у нас, вот тут уже растут тыквы, я их, собственно, собираю. Мы вот так вот собираем и делаем семена из них, после этого садим. И сейчас надо взять единственный шар огородника, где он у нас тут? У нас он тут где-то был, вот. Вот так вот мы берем его, тут у нас все в воде, и вот так вот все выращиваем. Пусть оно сейчас все растет. Также можно еще взять, конечно, мотыгу, на всякий случай. Вот она у нас. И, в принципе, вот так вот мы ее спахиваем, и все. Теперь просто ждем. Я вот собираю эти тыквы, у меня уже тут, ну, довольно, кстати, много. У меня их, так, тут 4, и тут еще где-то были, только они мне не выпали. А, их подобрал вот этот челик, ну, в принципе, окей. И вот это последняя тыква, давайте мы ее собираем, и все. Кстати, тут еще одна появилась. Ну и, в принципе, у меня 8 тыков, сейчас я беру Ender Chest где-то тут. Мне тут еще подгонов надавали, в общем, от души спектрум. Ну, а тут у меня Ender Chest, давайте мы его берем. Ставим, и все, у нас 17 тыков, сейчас мы тогда сдаем этот квестик. Все, мы его сдали, у нас следующий квест, но мне интересно лишь награда. Мы ставим этот шалкер, и здесь у нас, значит, два жорик. Ага, понял. А, стоп. Что? Прикольно.